Ким Филби. Мата Хари. Лоуренс Аравийский. Хайнс Фейфе. Какие громкие имена. Какие яркие судьбы. Какая плеяда выдающихся суперразведчиков. Настоящие рыцари плаща и кинжала. А где же они? Ах, вот. Вот. Супруги Шольц. Ни в одной шпионской энциклопедии их нет. Ни одной книги про них не написано, ни одного блокбастера не снято. Встретив таких на послевоенных улицах Берлина, никто бы не обратил бы на них внимания. Милые, добропорядочные бюргеры. Тихие и неприметные, как и полагается разведчикам. Именно эти тихие и милые люди стали причиной большого беспокойства для советской разведки в 50-е годы, когда весь мир балансировал на грани Третьей мировой войны. Когда Германия стала полем битвы для четырех разведок мира. США, Англии, Франции и СССР. В 1945 году гитлеровская Германия пала под ударами союзных войск и была поделена на зоны оккупации между СССР, США, Францией и Великобританией. Казалось, наступил долгожданный мир, но только не для разведок этих стран. После войны началась бешеная охота за документами, списками агентуры Абвера, СД, СС, ну и, конечно, гестапо. Если учесть, что с тайными службами в Германии так или иначе сотрудничал каждый десятый житель страны, о такой сети агентуры можно было только мечтать. Поначалу в этой охоте НКВД не смогло достичь значительных успехов. Главная причина заключалась в том, что бывшие нацисты русских попросту боялись, а в отношениях, например, с американцами надеялись на лояльность. Но не только мелкая сошка попадала в сети американской разведки. Иногда туда заплывала очень крупная рыба. Генерал-лейтенант вермахта Рейнхард Гелен 22 мая 1945 года вместе со своими самыми преданными подчиненными сдался в плен американским войскам. С апреля 1942 года он возглавлял 12-е управление генерального штаба вермахта иностранные армии Востока. Генерал Гелен, старая лиса еще в апреле 45-го перемещает свои архивы в Южную Баварию, куда, по его мнению, должны прийти американцы. И с таким вот воистину царским подарком он сдался американской разведке. Естественно, его приняли с распростертыми объятиями. Гелен был готов заниматься организацией разведывательной деятельности против советских войск. Для обсуждения этого предложения его направили в Вашингтон. В июле 1946 года Рейнхард Гелен приступает к формированию разведывательной службы на американские деньги. Ее главная задача – оказание разносторонней помощи Управлению стратегических служб США, впоследствии ЦРУ. Организация Гелена, в которой уже в 1946 году работало 250 офицеров вермахта и нацистских спецслужб, оказывала неоценимую пользу американцам. Именно в это время из Литвы в ГДР был переведен капитан особого отдела Павел Корнев. Конечно, он понимал, что работы будет много, но что ее будет так много, предположить не мог. Только в 1953 году сотрудниками особых отделов на территории ГДР были выявлены и обезврежены порядка 600 агентов организации Гелена. Но было понятно, что не вся агентурная сеть разгромлена. И последние события доказали это, когда по всей Восточной Германии пронеслись якобы
стихийные восстания рабочих. Что греха таить? Конечно, не все простые немцы одобрили социалистический путь развития Восточной Германии. Постоянные требования повышения норм выработки, низкая заработная плата, проблемы с продуктами. Все это могло не нравиться простым немцам. Этим и воспользовались как в организации Гелена, так и разведки бывших союзников. Теперь для них открылись новые возможности для вербовки агентов и провокаций. Сотни германских рабочих в гаштетах обсуждали свое незавидное положение. Все были недовольны повышенными нормами труда и пониженной зарплатой. Неизвестные мужчины в рабочих одеждах в открытую призывали: «Германия без советов», «Нет Вильгельму Пику», «Долой социализм». Спичка была поднесена к хворосту. Тысячи трудящихся Восточной Германии вышли на стихийные демонстрации. Громили советские учреждения, полицейские участки. Руководители СГПГ были вынуждены укрыться в советских воинских частях. И тогда на улицы Берлина и других германских городов вышли танки. Беспорядки были подавлены, но напряжение в обществе продолжало расти. Павлу Корневу и его сослуживцам в тесном сотрудничестве со Штази удалось выявить агентов, завербованных геленовской организацией среди обычных рабочих. Более того, удалось вскрыть тайники с оружием. Как оказалось, Гелен вместе с американской разведкой готовил восстание, которое должно было в ближайшее время захлестнуть всю Восточную Германию. Расчет был прост. Если в Восточной Германии вспыхивает восстание, руководитель которого требует возвращения демократических прав, то англо-американские войска могут прийти на помощь восточным немцам. Итогом могла стать Третья мировая война. Войска бывших союзников уже были приведены в состояние повышенной боевой готовности. После доклада Павла Корнева в управлении особых отделов КГБ СССР по группе советских войск в Германии прошло экстренное совещание. А сам капитан Корнев, как особо ценный кадр, был переведен в Карл-Маркс-штадт. В этом городе располагался стратегический железнодорожный узел, важный не только для советских войск в Германии, но и для центральной и северной группы войск, размещенных в Чехословакии и Польше. На железнодорожном узле Карл-Маркс-штадт, кроме постоянного потока военных перевозок, начали проводиться секретные мероприятия, которые в экстренном случае должны были обеспечить мгновенную мобилизацию. Знали об этом и противники. Агент, внедренный в организацию Гелена, сообщил, что из Карл-Маркс-штадта приходят регулярные донесения о перемещении советских войск, маршруты и время передвижения эшелонов. Но кто этот информированный крот? Агентура выяснить не смогла.